окончанию финала 70 килограммов состоится награждение сильнейших борцов весовой категории до 57 килограммов. Мы просим пройти на построение у ковра С со стороны главной судейской коллегии. Призеров 57 килограммов и тренера победителя. На центральном ковре начали поединок в красном трико Радик Валиев, Республика Северная Осетия, Алания. В синем трико Заурбек Сидаков, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, параллельный зачет Северная Осетия, Алания. Награждение борцов до 57 килограммов. В награждении будут участвовать Егор Афанасьевич Борисов, Михаил Геразевич Мамиашвили и Сергей Владимирович Мясников. На центральном ковре в красном трико борется Радик Валиев, команда Республики Северная Осетия, Алания. Радику 19 лет, 8 лет занимается борьбой, тренеры Тибилов, Кугаев, Берешвили. Радик Валиев, серебряный призер первенства мира 2014 года среди юношей. Победитель первенства России. В синем трико Заурбек Сидаков, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Северная Осетия, Алания. Заурбеку 20 лет, мастер спорта, борьбой занимается 10 лет. Тренеры Арчегов, Дудаев, Рожков. Заурбек Сидаков, победитель международного турнира Golden Grand Prix Иван Ярыгин.